Почти полное отсутствие всякого сообщения превратили Чукотку в подобие зоны, где колючую проволоку вполне заменяет громадная арктическая территория, в которой бесследно растворяются не только люди, но и целые поселки. То грязь, то пыль. Улицы зияют пустыми окнами брошенных домов. Ощущение, будто молох незримой войны прокатился по человеческим жилищам. Объявлением «меняя квартиру на билет до Москвы» на Чукотке не удивишь. Однако и на... А почему люди уезжают отсюда? Такая фраза у нас здесь бытует, она, конечно, не официальная, никто ее не подтвердит. Что, говорит, отсюда выдавим всех, как зубную пасту из тюбика. А зачем? Вот она среди населения бытует капитально. Но лишние мы здесь все. Понятно. Но почему закон о северах не действует? Нет денег. Ответ один на все. Нет денег. Вы понимаете, что Чукотка это очень богатый регион. Богатый. Мы же на золоте ходим. Вы же знаете. Здесь вся таблица Менделеева. Бывший депутат областного совета Виктор Грищагин 27 лет отработал в забое. Награжден 3 орденами шахтерской славы, ныне почти безработный, так как угольный разрез на грани закрытия. Искренне желали найти хоть одного трезвого на сей час жителя поселка. Не получилось. Безысходность и ощущение полного тупика заставляет людей пить горькую. Когда-то здесь была единственная на всю Чукотку дивизия. В прошлом году соединение расформировали. Солдат уволили, боевую технику частично списали, частично отправили на базу хранения, а то и просто бросили. В умирающем горняцком поселке остались бывшие офицеры и прапорщики. Свои дома на почти 30 лет. Как раньше называлась улица? Улица Советская, она так и называется. А сейчас называется улица УУ. Улица ужасов. Улица ужасов. Я с 82-го года. Служили, да? Да, разбито. Бухта Провидения, поселок Урелики. Он обозначен на географических картах даже не очень мелкого масштаба. Однако этой зимой поселка уже не станет. Нет света, нечем топить котельную. Решением главы района поселок ликвидируется. Кто сумел, переселяется на другую сторону бухты, райцентр Провидения. Кто нет, обречен на вымерзание. Нам, как говорят, переезжайте в Провидение. Власти решено сжечь дотла все деревянные дома. С одной стороны, масштабы ликвидации поселка не так впечатляют. Остаются только пепел да размороженные многоэтажки. С другой, отбивается охота и возможность у особо стойких граждан разбирать пустующие деревянные дома для отопления своих жилищ. Как говорится, нет поселка и нет проблем. Ни с едой, ни с водой, ни с отоплением. Политика ведется такая. Новая Чаплина – типичное село Беринги с одним лишь преимуществом. От райцентра Провидения до села есть дорога. Правда, машины почти не ходят. Посему местные жители, как правило, от села до райцентра идут пешком. 5 часов туда, 5 обратно. Но это в то время, когда дорога не занесена снегом. В селе 430 жителей, почти все эскимосы. Около 200 детей. Бросается в глаза, что очень мало мужчин. Но на вопрос, не признак ли этого рождения, Людмила Карпичева, глава поселковой власти, заметила, что нет. Рождается, умирает равное количество людей. Волнуют другие проблемы. В канун холодов разморожена система отопления. Нет ни одной бочки солярки. Нет денег, чтобы купить еду. По поселку бродят голодные собаки, которые когда-то были ездовыми. Их не кормят и не убивают. Берегут патроны для морской охоты. Мама есть? Да. Как маму зовут? Тетя Валь, тетя Лена, тетя Тань. У вас разные мамы? Да. А папа кто у вас? Дядя Виталь. Дядя Виталь. Дядя Виталь. У вас что, один папа? Да. Добычи нету. Все наши охотники охотятся за 25 километров. А если кругом идти на лодках, на вельботах, это очень большое расстояние. Богатейший край на грани вымирания и полная изоляция от материковой России. Возможно, кому-то выгодно, чтобы северный завоз с провизией, соляркой был сорван. Или закрывали золотые прииски, так как нет топлива. В том же Беринговском районе сокращена добыча золота в 5 раз. Причина – нет техники и продуктов для рабочих. Год назад ликвидирован последний зверосовхоз в Провиденском районе, а тем, кто в нем трудился, так и не вернули заработанные рубли. Сегодня, после нефти и газа, самым доходным для России является продажа обогащенного урана для той же Америки. А на Чукотке богатые залежи не только урана, но и платины. Глава района считает, что все беды края, конечно же, не из-за миссионеров. Это уже как следствие того, что Чукотку умышленно или не совсем забыли. Готовится к тихой и мирной сдаче. Сдерживает лишь маленький пограничный отряд. Последнее, что еще осталось, на громадную территорию, равную 2 Германиям. Определенный главный приз для потенциального победителя – будущий штат Чукотка.